Ударять алтыном по доллару и евро начнут не через 10 лет, как планировалось, а максимум через 5. Именно такие прогнозы делают экономисты и политологи, пока же официально анонсируют лишь запуск Евразийского экономического союза. 1 мая главы России, Казахстана и Белоруссии скрепят договор об альянсе своими подписями. Проснуться уже в новом государстве людям суждено 1 января будущего года. Однако в Казахстане такой перспективой довольны далеко не все. Население считает, что это ведет к потере независимости как экономической, так и политической. России доля какая? 93, а нам поделили оставшиеся. В таможенной комиссии, да, большее число россиян, меньшее число белорусов. А при голосовании, естественно, будут только российские там решения проходить. Это же понятно. Первым и основным инициатором объединения и введения единой валюты стал Нурсултан Назарбаев. Бессменный глава Казахстана еще в конце 90-х годов прошлого века предложил, если не Евразийский союз, то Центральноазиатский. Назвать общую денежную единицу алтыном тоже заслуга Лучезарного. И даже сроки Елбасы еще 10 лет назад определил жестко. Я вовсю бился с руководством России, чтобы не выталкивали республики с единой рублевой зоны. Сегодня, выступая на экономическом форуме в Разе, сказал о том, что к 2011 году мы должны прийти к единой валюте, если мы хотим сотрудничать по-нормальному. Однако два других партнера Тройственного союза Беларуси и Россия не спешили кидаться в омут Назарбаева, но и задевать старца за живое тоже негоже. Всем известен его ретивый и обидчивый нрав. В итоге переход на алтын запланировали к 2025 году. И вот теперь, когда России Запад угрожает различными санкциями, а экономику Казахстана намеренно душит девальвацией тенге, страны-партнеры собираются многократно ускорить темп интеграции. По мнению экспертов, единая валюта призвана сбросить оковы зависимости от доллара и евро, а также отточить торговые отношения между тремя государствами. Какая из этого выгода? Ну, естественно, первое, что стоит отметить, это отсутствие курсовых рисков и издержек транзакционных при торговле. Да? То есть у нас есть единая валюта, нету необходимости переводить свою валюту в валюту другой страны и обратно при вот таких отношениях. Да? То есть нету комиссий и упрощенный, скажем так, оборот и товаров. Впрочем, стремление Назарбаева обзавестись алтыном носит скорее расчетливый меркантильный характер. Девальвация национальной валюты сильно подпортила имидж казахстанского правительства. Обвал тенге, как теперь известно, был неминуем. Людям же Назарбаев откровенно врал. Нацбанк тратил огромные ресурсы для искусственного поддержания прежнего курса. Благодаря созданию мнимого благополучия республика оказалась в долговой кабале. Сейчас под ногами Елбасы не земля, а трясина. Капиталы старшей сестры России Лучезарному нужны как никогда. Единая валюта для него что спасательный круг. Тут требуется опять-таки иностранный капитал. И можно сказать, что как раз привлечение того же российского капитала – это один из вариантов проведения вот такой реформы по снижению доли госсектора в экономике страны. Назарбаев понимает, что недовольство им в народе только нарастает. Отсюда и все запрещающие законы последних лет. Однако злить казахстанцев он все же боится. Поэтому и хочет хоть как-то поднять свой рейтинг среди населения республики. Объединение с Россией и Белоруссией позволит Нурсултану Абишевичу возглавлять Казахстан более длительный срок. Thank you.